Высшее образование для виноделов. В Севастопольском государственном университете в 2019 учебном году откроют программу подготовки бакалавров и магистров по профилю виноградарства и энология. Студентов научат выращивать качественный виноград и создавать вино премиум-класса. Задача – объединить науку о виноделии и бизнес. Энология – это наука о вине, предлагает студентам, будущим абитуриентам и специалистам в этой области повысить свои знания в области виноградарства, виноделия, туризма, маркетинга, менеджмента и права, в области управления винодельческим предприятием, в области управления виноградарским предприятием, с тем, чтобы помочь нашему бизнесу, нашему региону развиваться в современном перспективном направлении. Научно-технической базы и опытного виноградарского хозяйства у Севастопольского государственного университета пока нет. В будущем планируют разбить свой виноградник. Возрождать старинные сорта вин не собираются, сосредоточатся на современных и популярных сортах. Вот сейчас это тренд, что-то сухое, интересное, необычное, с красивой этикеткой, легкое, может быть, не требующее там вдумчивого какого-то потребления, а требующее, может быть, воодушевление попробовать. В 2019 учебном году по этому направлению наберут 20 бакалавров и 15 магистров. Читать лекции, проводить практические занятия будут приглашенные специалисты из Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства, Национального института винограда и вина «Магарач» Тимирязевской академии. В планах сотрудничества с сельскохозяйственным университетом Новой Зеландии, где Андрей Кузьмин окончил курс по виноделию. Мы предлагаем самоучкам как самим повысить свои знания, так и людям, которые могут потом прийти специалистами к вот этим вот бизнес-предприятия, уже с достаточно сильной научной базой и научной подготовкой. В программе для бакалавров и магистров будут предусмотрены бюджетные места. Кроме того, на коммерческой основе желающие смогут пройти курс дополнительного образования по виноделию. Он продлится несколько месяцев и предусматривает очные и дистанционные занятия с российскими и зарубежными специалистами.